6 по 9 апреля в городе Бровары Киевской области проходил чемпионат Украины по кикбоксингу ВАКА среди спортивных школ и клубов. В соревнованиях приняли участие почти 700 спортсменов из 21 области страны. Наш город представляла команда клуба «Кикмастер» спортивного клуба «Фанат». 4 кикбоксера провели в общей сложности 17 боев, в 10 одержали победы. По итогам состязаний бронзовыми призерами стали Даниэль Невестенко и Артем Балык. Дважды на пьедестал почета выходил Даниил Топчиев, который завоевал серебряную и золотую медали.